Принять участие в семинаре пришли работники правоохранительных органов, педагоги и социальные служащие. Основные вопросы на повестке были направлены на предотвращение проблем, вызванных недостатком контроля за детьми. Предполагается обсудить ряд вопросов, которые будут касаться актуальных аспектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, содействия успешной адаптации воспитанников и выпускников организации интернатного типа через внедрение социальной технологии наставничества. Профилактическая работа ведется не только среди воспитанников и выпускников интернатов, но и внутри семей. Особое внимание уделяют семьям в трудной жизненной ситуации. Недостаток внимания родителей часто дает подросткам чувство излишней свободы и провоцирует на проступки, за которые можно получить реальное наказание.